четырехкратный чемпион мира Павел Коржавин! Россия! Санкт-Петербург! Сначала схватки прошло 1,5 минуты. До конца с вами.
этой схватке по очкам 13-4 победил Павел Коржаев! В Советском Союзе обладатель 9-го дана и обладатель основатель в Советском Союзе школы. Дорогие друзья, если мне кто-то скажет, я сам принесу Алексею Борисовичу то, что надо вручать. Нет, спасибо, девочки. Итак, награждается Ники Кулен за участие в битве чемпионов 8. Проявленное мужество, мастерство, характер. Ники Кулен, чемпион Европы и Украины. Ники Кулен. Победитель в этой схватке Павел Коржавый! Бой сложился нелегко, потому что очень горячая атмосфера царила в зале. И очень сложно было биться, хоть и по своей поддержке, но это первый бой, это большая ответственность. Это открытие турнира. Павел, ты выиграл с явным преимуществом. Было даже впечатление, что в общем соперник был чуть ли не готов к тебе. Тебе это так не показалось, что он немножко все-таки может быть не по его уровню? Я готовился к нему хорошо. Я изучил всю его технику, несмотря на то, что я уже одержал один раз над ним победу. Я очень детально отработал все его движения. Но, тем не менее, я пару ударов пропустил, под которые я готовился. Но, тем не менее, в борьбе смог себя проявить и показать. Скажи, пожалуйста, насколько важна для тебя эта победа? Это очень важно для меня, для моей семьи, для города. И это важно для детей, которых я тренирую. Им это приятно, они видят действующего спортсмена, действующего тренера. И будут стремиться расти выше и выше. Спасибо большое. Спасибо. Поздравляем еще раз.